В Доме профсоюзов за одним столом собрались представители всех партий Ивановского региона. Организатор встречи – Общественная палата. В нашей области зарегистрировано 44 политических объединения. Но, по словам Виктора Смирнова, активно себя проявляют только парламентские партии. Более молодые пока находятся в стороне от политических процессов. Хотя до выборов в областную думу осталось не так много времени. Данная встреча – отличный способ пообщаться и обсудить дальнейшее взаимодействие, в том числе механизмы общественного контроля на предстоящих выборах. Был изменен закон о регистрации политических партий, и в Ивановской области их появилось достаточно большое количество. И поэтому, я думаю, что посмотреть, что это за партии, что они собой представляют, зачем они зарегистрировались, зачем собираются заниматься, это было бы интересно, пожалуй, для всех жителей региона.